Всем привет! 6 августа 2016 года я отправлял яйца перепелиные почтой России в Астраханскую область. Это около 1000 километров от нас. И сейчас мне стало известно, чем все это закончилось. Посылка была получена 17 августа, спустя 11 дней, как я ее отправил. Отправлял я 50 яиц, из них не доехали 6 штук. В этот же день они уже попали, эти яйца, в инкубатор. Вот. Ну и спустя 17 дней, это уже было 3 сентября, начали проклевываться птенцы, проклюнулись двое. После чего 6 сентября я узнаю, что вывод закончен, вывелось всего 12 цыплят, но в процессе вывода, точнее даже не в процессе, а мне было написано так, что несмотря на проблемы, вывелось 12 штук. Что за проблемы, я пытался узнать, но прождав ответа больше недели, я решил выложить уже это видео с результатами. Так как, возможно, человек просто часто не пользуется почтой, и, скорее всего, я, если дождусь ответа, то очень, как бы, долго придется ждать. Вот. Но, так как я смотрю, 17 дней прошло с момента закладки в инкубатор, и было написано, что были проблемы, я делаю сам вывод, что была в инкубаторе допущена низкая температура, за счет этого и появились проблемы. За счет этого 17 числа, на 17 день точнее, не начали выводиться цыплята, а только начинали проклевываться, что обычно на практике показывает, что эта низкая температура была в инкубаторе. Скорее всего, даже им приходилось помогать вылупляться. Вот. Что при правильной настройке инкубатора, в принципе, делать не придется. Вот, сделав такой вывод, возможно, меня поправит эта женщина комментарием под этим видео, но я думаю, что так и было. Поэтому считаю эксперимент вполне удачным. Поздравляю Нину Владимировну с приобретением. Желаю вам напечатать с них очень много перепелят, вывести. Всем удачи, вот такие результаты. Пока.